Привет, ребятки, мы с вами продолжаем проходить Саботёр. Давайте поговорим с Вероникой. She cannot be trusted. Who? Skylar? I won't argue with that. I never understood what you see in her. Look, Skylar and I... Well, it's complicated. Is this really what you wanted to talk about? No, of course not. Our friend Ryman has been listening in on German wire traffic. He tells me the whole city is buzzing about some scientist who went missing after some train accident. You don't say? It's time you told me what you've gotten yourself into. It's safer if you don't know. Do you not trust me? Пустой взгляд просто в пустоту. I need you to trust me. Такой просто пустейший взгляд в пустоту, реально. Как будто бы... Какой-то слепая, извините. Так, ладно. How goes the revolution? We've got something special coming up. Something big. Might as well tell me now. Your Frenchies never could keep a secret. Not yet. Soon. First, we gather our strength. I need to meet some friends of ours south of the river. We're going to need transit papers. And you want me to pay a visit to the Spaniard? You have a business arrangement, no? Aye. But I can't say I trust the bastard. Go see Santos, my friend. Find me once you have the papers. Хорошо. К Сантосу, так к Сантосу. Так, а мне ничего не нужно покупать. Да нет, ничего не надо, ладно. Отлично. Выход-то там, с той стороны. Я все запомнить не могу. Так увеси себя. Ладно. Куча дополнительных миссий. Мне в комментариях один всего лишь человек написал, типа, дружище, а может быть все-таки после окончания игры пройдешь доп. Задание? Нет, если честно, не очень хочется. Игра неплохая, но я говорю, вот эти второстепенные задачи, они, ну, не шибко привлекают меня. Ну, уж простите. Бывает такое. Бывает так, как в Mad Max, да, начинаешь играть и прям вау, и кайфуешь от этого. А здесь сюжет нравится, интересно, как все закончится. И сюжетные миссии, они поставлены именно вот на диверсиях. Это интересно. Я не утверждаю, может быть, там какие-то из второстепенных тоже на диверсиях. Быть может, даже все, но вылавливать их не очень хочется. Большинство вот будут такие, как типа принести шампанское и так далее. Так, вообще-то мне к Сантосу неизвестна дорога. Надеюсь, я туда не долечу, не доеду. Нет, левее. Левее. Быть может, как-нибудь вот так. Отлично. Ну и погнали. Надо было, наверное, машину другую взять. А зачем? Эй, камраден, привет. Канал Сен-Мартен. Проезжаем. Господи, я сказал камраден, и почему-то мне так вспомнился Call of Duty 1. Вот уж не знаю почему. Вот уж не знаю почему. Вот уж не знаю почему. Guard last. Привет. Проезжаем. В принципе, мне тоже вот понравилось то, что говорили в комментариях о графике и визуальной части этой игры. Она действительно неплохая. На то время, когда игра вышла, а это конец нулевых, 2009 год релиз игры был, это было прям не то, что неплохо, это было вау, как круто. Особенно визуальный стиль и вот это решение с черно-белыми и другими цветами. Так, я, конечно, молодец. Я поехал туда, куда мне говорит игра. А на радаре вообще вы видите весь абсурд происходящего. Игра говорит мне налево, здесь она мне говорит направо, потому что метка поставлена прямо на центр здания. Эй, Сантос! Как дела, брат? Как тебе такая встреча? Прям на машине заехал к нему. You have been busy, Irishman. I hear many things. You should be more careful. For a man in your line of work, a reputation can be dangerous. The same can be said of black marketeers who do business on both sides of the pitch. I am a capitalist. I don't give a pig's arse what you call yourself. I need transit papers to operate south of the river. I see. And what business brings you to that part of our lovely city? No business of yours. You know how it works, Irishman. You do a favor for me, I do a favor for you. Name your price then. Ну и чё? Чтобы Сантос отдал тебе документы, тебе нужно 500 единиц контрабанды. А у меня есть? I'm afraid the price is not negotiable. Come back when you have contraband to cover my expenses.
Окей, тогда я метку не буду убирать. А сколько у меня контрабанды? Блин, у меня было 3000 с хером. А я взял и все прохерил. Ладно. 500 единиц. Это не так сложно. Но он меня все равно раздражает. Ну, с дороги, с дороги, с дороги. Ну, хер ли ты встал? Ну... До свидания, дружище. Главное, что он не умер. Я верю в это. Я верю в то, что он не умер. Итак, контрабанда. Как хорошо, что здесь у нас имеется район оперы, который мы не освобождали. И вроде как там вот наверху башенка, здесь... Нет, здесь будет трудно насобирать контрабанду рядом с постом. Мне кажется, нужно нам на крыше, ребят, вот прямо вот здесь вот. Так что давайте. На эти самые крыши и поднимемся. Начнем взрывы. Именно так у нас появляется возможность добыть контрабанду. Давай сюда прям поставь. И норм, и к следующей башенке. Крыши наши все, ребят. Так. Не взорвалось. Потрясающе. Иди в баню. А чё не взорвалось-то? Опять же не понимаю. Так, ладно, сюда не ставится. Отличная лестница, по-моему. А, вы мне говорили, убирай снайперскую винтовку. Откуда стреляет? Я бы сейчас здесь так пострадал бы без снайперки. Косо, косо, косо. Отлично. Следующий. Слушай, а почему? Вот, вот сюда можно, конечно, поставить. Но ладно, я не хочу. Можно занять место? Вот, можно. Место займи. И давай-ка башенки уничтожать. Есть, пошла контрабанда. Пошло, плюс 50. Далековато. Они отсюда реально меня попадают, что ли? Вот эту башню. Вот эту. Понял. Отличное место я выбрал, кстати. Шикарный вариант заработать. Контрабанда лишний. Попадешь? Не достает. Не достает, бедняк. А вот, кстати, если я так взорву. Вот, контрабанда моя, да? Или я просто уничтожил ее? Если я просто уничтожил, это хреново. Жалко. Жалко, что с машин контрабанда не идет. До свидания. Так, ну и чё, все остальные места, они далековаты. А, он тупо не достает. Видите? Я больше ни хрена не вижу. Больше ни хрена и ни черта. А, вроде больше нету, нужно другие места. Вон там вот немцы, по-моему. До свидания. Он, по-моему, тоже. До свидания. Господа немчура. Ладно, взорвать не получится. Ух, контрабанда, что-то уничтожено. Что-то было уничтожено. Ах, еще 250. Так, ладно. У меня получится тебя вот так взорвать.
Я надеюсь. Ну-ка. Есть контакт. Плюс 60. Так. И мы, наверное, пойдем в следующую. На следующую крышу. Господи, отсюда не пролезть так. Тише, 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 тише. Здесь вот у нас появляется шанс на тросе просто прыгнуть. Отлично. Хороший способ. Хороший еще потому, что немцы не все видят нас тут. Я вижу ящик с контрабандой, по-моему. Да. Не есть хорошо все это дело. Ну-ка. Зачем нам лишнее внимание, правильно? Мы сейчас скроемся. А дальше будем опять чинить разрушения во всем этом разнообразии немчуры. Давай на крышу. Хорошо. Контрабанда. Есть контакт. Плюс 10, плюс 15. А, так эти ящики нужно разбивать и забирать этот контрабанду. Вот почему тогда мы не получили ничего. Потому что мы разбили с помощью выстрела ящик. А рядом не находились, чтобы получить. Так. Вот эту штуку можно взорвать? За контрабанду. Буду надеяться, что да. До свидания, плюс 20. Хорошо. Я вижу следующую нашу цель. Придется ползти, дружище, придется ползти. Ничего не поделаешь. Дождь идет, правда. Я был на грани. Я был на грани. Господи, песня вспомнилась. Киша, я был медведем. Так, ладно, без кишей. Про медведей. Ага. Вообще надо бы уйти отсюда. На ту сторону я не пойду. А вот здесь вот налево можно сходить. Потому что тут ящик с контрабандой рядом. Ты хорош орать так громко. Зачем так орешь? Так, плюс 15, плюс 15, плюс... Ну, нормально, 35 еще. Схватил. Осталось 80 контрабанды, надо быть где-нибудь, и все. И можно к Сантосу. Тихо. Не падать. Вот, впереди я вижу что-то, можно взорвать. Башенка. Сейчас будет большой-большой бум. Отойди. Плюс 50, твою налево, а? Еще нужно. Как бы вот эту штуку подорвать. Но это туда надо залазить. Жаложить надо. Да, других вариантов нету. Ладно. Наши попрыгушки по крышам продолжаются. Это ж так круто. Так, на той стороне я вижу вроде как один белый объект. Ага, вот он. Так, ну ладно, спускаемся. Экстравагантным нашим любимым способом. И давай наверх. Давай, 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 наверх, ты можешь? Так. Работай, родная, работай.
Другое дело, что у меня сейчас вот я 500 насобираю динамита, да, и у меня не останется. Блин, ну прикинь, еще десятка нужна. И у меня не останется динамита для того, чтобы... Точнее, не останется контрабанды для того, чтобы динамит купить еще. Вот что тоже плохо. Если я сюда залезу, я, наверное, отсюда и не вылезу. Нафиг, это не нужно. Нормально все, нормально, не переживайте. Пошел он проверять. Так, другое дело, что вот здесь мы спокойно так не пройдем. Может быть, только забраться получится. Главное, чтобы они на нас не посмотрели. И мы так спокойно выдвинемся в сторону Сантоса. Быть может, там будут какие-то белые объекты, которые прям ждут, не дождутся, чтобы мы их подорвали. Я верю в это. Так, давай на ускорении. Хорошо. Воу. Не-не-не-не-не, спрыгивай. Бесперспективняк тут. Я не вижу больше. Блин, мы здесь все. Все уничтожили, кажется. Кажется, что так оно и есть. Я молодец. О, господи. О, господи, чуть было не умер. Это было очень глупо. Очень глупо. Так, полицейская машина. До свидания. Где бы мне найти еще один объект, а? Может быть, офицера какого-нибудь. Куда ты вот бежишь? Что сказал? Бутылку шампанскую забрал. Нормально. Все, мне теперь в принципе хватает. Но я думаю, что оставшуюся контрабанду я... А, вот, вот здесь вот еще можно подорвать. Оставшуюся контрабанду я получу... Ну как оставшуюся, то есть ту, на которую можно заработать, я получу уже... Выполняя задание. Я очень надеюсь на это. Видите, это вот единственная, наверное, сложность, которая на моем пути встречена. Она завязана на том, что у меня нету контрабанды в нужном количестве. Ты же мертв? Нет. Как тебе такое? Уши почистить. Все. И в текстуры. Теперь все хорошо. Ставим. И сваливаем. Отлично. Как бы отсюда свалить? Как бы отсюда свалить-то, ё-моё? Только через крышу, что ли? Пойдем, пойдем, пойдем наверх. Там впереди он еще один участок, который можно подорвать. Давай, давай, пока вот эта вот бригада вся столпилась с этой стороны. Можно спокойно подойти к этой вышечке. Вот род занятий, да? Лазить по крышам Парижа. Кстати, неудивительно, что именно здесь появился паркур с учетом местной архитектуры. Так. Азидас. Ау! А вот я был, и вот меня не стало. С этой стороны, по крайней мере, нет! Господи, сдох. Господи, нет. Господи, нет. Господи, нет. А, вернуться в штаб только, да?
Что он потеряет все имеющиеся у него оружие и гранаты? А если загрузиться, то заново придется. Ну да, ладно, теряем гранаты, все. Если загрузиться, то мы бы потеряли. Если бы мы загрузились, мы бы потеряли. Мы бы потеряли еще с вами всю контрабанду. Блин, ну да. Молодцы мы с вами. Взял и нырнул. Я надеюсь, контрабанда-то осталась. У меня... А, смотри, динамит. У меня оружия нету, получается. Оружия нет. 610. Вся амуниция 85 стоит. Ну-ка я возьму всю амуницию. 525. То есть динамит, гранаты, по идее, все, да. Так, хорошо, винтовка. Вот, карабин с оптикой. Штайнер с оптикой я возьму. Хорошо. И... И МП-40, СМГ тогда получается. Все остальное надо покупать. Отлично. А теперь вся амуниция. 160 единиц стоит. Давай-ка мы с тобой поговорим. I've got your new papers right here. Be careful down there, Irishman. You are headed for the most dangerous part of our beautiful city. Все, хорошо, новые товары на рынке, бла-бла-бла, они мне не интересны. Многие там говорят о том, чтобы я... Так, подожди. О том, чтобы я купил пистолет с глушаком, но я хочу со снопой и с... автоматом. Я бы хотел глушак поставить на винтовку свою. Вот это было бы круто. Так, хорошо. 20 боеприпасов. Тоже неплохо. Все. Тише. Левый стик. Просто устроил какую-то ерунду. Так. Хорошо. Левее, выше, правее, левее. Вот так вот. А будьте добры мне, пожалуйста, машинку отсюда. Откуда она приедет? Вот сзади едет. Ох, супер. Ты не мог? Не мог поаккуратней? Ты, между прочим, там машину поцарапал. Причем не мою, он, бедный человек, мимо проезжал. Погнали, ребят. Так, мы едем в самую опасную часть города. Это, походу, третья часть города, да? Там, я говорю, мы сейчас повыполняем миссии, и будет у нас и контрабанда, и все, что хотите. И патроны мы насобираем, пока будем убивать немчуру. Так что тут бояться нечего. Вот этот объект зачистить и просто и кайфовать от количества контрабанды. Но нет. Поворот интересный. Канал Сен-Мартен. Или Сен-Мартен. Тоже нам не интересен. Лавилет. О, Грейдер Ян. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Чуть было не расшибся. Выходи, дружище. Как же долго я здесь искал вот этот проход, первый раз, когда играл. Это просто чума какая-то. Я, наверное, минут 40 лазил вокруг, чтобы понять, куда мне идти. Так, привет, Люк. I got the transit papers. Now why don't you tell me what this is about? We are going to meet a man called Duval Mingo. He's no patriot, but he hates the Nazis, and he commands the loyalty of the rebels south of the River Seine. What's so important that you'd risk bringing together every rebel leader in the city? I won't discuss it here. For now, I can only say that you play a key role in our plans, Sean. I don't like being kept in the dark, Luke. Then come with me. We will go meet this man Mingo, then we will discuss what comes next. Ну что ж, давай, к югу от стены, а к второй, залезайте в машину. Давай выйдем сначала, чтобы сделать это.
Было бы неплохо, Люк, если бы ты со мной делился тоже контрабандой, понимаешь? Траты, они мои траты. Они Where очень велики. Латинский квартал. Давай, садись. На моей поедем. Сейчас я только сниму меточку. Чтобы она не мозолила мне глаза. Все, видите? Квестовая включилась метка. Погнали. Вообще, Шон нехило так устроился, да? У него дорогущие автомобили. Все женщины Парижа его. И не только Парижа. Veronique tells me the two of you are old friends. Veronique has a weakness for idle gossip. I am told English women are cold on the outside, but warm on the inside, no? I thought you were meant to be a classy bloke. Why don't we take Skylar and Veronique up to La Havre this weekend for a little wine tasting? Isn't there still a war on? All the more reason for some joie de vivre while we still can, huh? I won't argue with that. Ну да, смысл тут спорить. Каждый хочет получить от жизни, ну, если не самого лучшего, то как минимум хорошего чего-то. Даже если вокруг война. Да вот, документы. Папиры, документы. Все, отлично. Мы проезжаем в центр, ребят. I'm sure Veronique would be delighted to have you and Skylar join us. Don't count on it. Oh, something I should know. Looks like we're almost there. Thank God. Да, мы приехали. This is the place. Keep your eyes open. Something does not feel right. Чё такое? Встретиться с Минго и Боннер. Ладно. Я думал, может подождать его. А нет, пойдем с ним. Нам же хочется узнать все, правильно? Не хочется быть в неведении. Минко и Боннер. С дороги, Люк. These streets can be dangerous after dark. Are you the one called Mingo? Who is asking? Luc Godin. The big man himself. Come down from the penthouse to do a little slumming. This isn't a social call. I have business to discuss. Business requires trust. Trust must be earned. That sword cuts both ways. It is dangerous to meet in the open like this. You risk too much. What's that? Germans! Твою мать! It's an ambush. Take cover. Откуда? Кто? Кто знал? Кто сдал нас? Почему я стреляю так криво? Shit! Look, over here! Get back in the fucking car! Давай, давай, бегом! Залезать в машину. Ну уже! Давай! Отлично, мы все сюда не поместимся. Я понял намек. Вообще-то поместимся, вообще-то там есть еще места. Садитесь. Бегом. Пока не тупят, ёптую. В дороге люди простые, простите меня за такое поведение. Как вам такая наглость? Уноси ноги от нацистов. Легко сказать, твою мать. Легко сказать. Эй, привет. Отлично. Вообще херовая идея сюда ехать было. Здесь машины мы не найдем. И вокруг одни немцы. Стой. Ёпту! Что это было? Япона налево. Выйди отсюда, извини. Бабуль, дедуля. Садитесь.
Все внутри вроде как. Машина горит. Отлично. Живем. Живем. Пулеметы. Твою мать, вот это жопа. Вот это задница. Ребят, мы в такой анал просто попали с вами. Унеси ноги от нацистов. Легко сказать, опять же. О, до свидания, дружище. Проедем здесь прямо. С дороги, с дороги, с дороги, с дороги, с дороги. Живем. Хреновая идея. Твою мать, вот тебе не... Вот ты не вовремя, а? Мы ж почти выбрались. Не вовремя, и все тут. Отлично. Я хочу вот это оружие. Вот это. Отлично. Кто? Кто шмаляет? Кто жахает? Ёпта, его вижу. Вы извините, ребят. Я без этого уехать не могу. Куда? Куда ты? Я что, серьезно? Фу, я думал, я сейчас застряну. Но взрывайся. Она не взорвется, потому что я не зажег ее. Хорошо, все хорошо. Я все здесь расхерачу. Все, теперь за мной. Теперь просто за мной. Уносите ноги от нацистов. Как же, блин, легко сказать. И как же трудно исполнить. Там полно нацистов. Тут их, быть может, поменьше будет. Давай за мной. Слева вон идут. А, да, активизировались. Сидос. Убить его. Какая же классная вещь. Это винтовка, я имею в виду. Здесь немцев нет. Черт, машина. Машина немецкая. Ну как так? Твою мать! Я не попадаю по ним. Все, валим отсюда. Провал, ты покинул того, кто следовал за тобой. Отлично, отлично. Почему это мой провал? Объясните мне, пожалуйста, почему? Почему это мой, твою мать, провал, если это их провал? Разве не они должны следовать за мной? Почему, когда я следую за кем-то,
Если я отстаю, это тоже мой провал, а не его провал. Я сейчас его еще чуть не застрелил, ко всему прочему. Вот так, вот эта пушка мне нужна. Валим отсюда, валим. Короче говоря, я знаю, как все сделать. Сейчас развернемся, поедем назад. Конечно, мы остались без контрабанды. Мы молодцы. Но и немцев меньше, кстати говоря, заметили? А нет, все, начинают появляться. О, сейчас валим, сейчас валим, сейчас валим. Сейчас валим, сейчас, 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 сейчас. Вот, 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 читерство. Нет, не сработало читерство. Не сработало читерство, валим отсюда, обратно туда, в ту сторону, потому что там больше шансов свалить от них. Потому что тут есть освобожденные районы, ребята. Все. Пожалуйста, слева немцы. Нет, не видите. Не видите. Вот, все, отлично. Все супер, здорово. Красота. Давайте бросим здесь машину. Та-ра-та-та-там-та-ра-тан-тан. Просто обычные люди. Уезжай нахрен отсюда. Сели. О, отлично, красавчик немец. Молодец. Немец убил немца, спас человека. Красава. Красавелла, наш партизан. Не часто такое увидишь, да? Не часто. Но теперь, по идее, нам нужно вернуться, что ли, в тот район? Да, по идее. Вот это и странно, что нас сейчас пропустят спокойно, потому что у меня есть документы. Ведь они знают, кого не пропускают. Что за бред? Да ладно. По идее, говорю, они знают, кого не пропускают. Ну и бог с ними, их проблема. Как абсурдно выглядело бы, если бы они пропустили нас на разбитой тачке, да? А ведь они бы пропустили на разбитой, всей в крови. С дырками от пуль. Надеюсь, в этот раз будет безопаснее. Кто сдал место? Интересно. Кто сдал место? Кому не имется? Кому не сидится спокойно на диверсионной заднице? Почему нужно обязательно быть шестеркой? Все, приехали, ребзя. Так, сестра, может, вы отойдете, а? С дороги. Вот все. Чуть было ей на пятку не наехал, святую. Well, Mr. Devlin, you're a resourceful man. Stick around after the meeting. I may have some work for you. Нет, не интересует, если это не приведет меня дальше по моим делам. Отлично, видите? А, нет, смотри, вся контрабанда осталась, и плюс 300 еще. Супер, глаз-алмаз бонус открыт. Ко всему прочему, глаз-алмаз. Так, привет, дружище. Хочу восполнить... А, нет, стоять. Хочу вас... Кстати говоря, машина вот эта вот себя не очень хорошо зарекомендовала, потому что только два места имеет. Для побега не очень нужно... Наверное, тогда используют спортивный Карина, хотя он тоже двухместный. Карина Классик. Ладно, бог с ним, пусть будет это. Так, и чё? Нам внутрь, да? Да, по идее. Может, там будет контрабандист. Фига себе, здесь канализация. А, there's Sean. Let's get started. By now, most of you have seen these posted around the city. Our German overseers have devised a grand spectacle to convince us of their Aryan superiority. A race to be held here in Paris and broadcast to every corner of occupied Europe.
Several high-ranking Nazi officials will be in attendance, including General Eckhart. My comrades, this is the moment we have waited for. We will seize this opportunity to strike a blow that will shake the very foundations of the Third Reich. The Krautbras will be heavily guarded. You'll never get close to them. You're right, Sean. We can't get close, but you can. What the fuck are you talking about? After the race, there will be an award ceremony at the base of the Eiffel Tower. During this ceremony, General Eckhart will present the winning driver with an Iron Cross. That is when we will strike. How are you gonna get past the security? I won't have to, Sean. You are going to win the race. I don't even have a proper car. How am I supposed to win a race? Speak to Vittore. He has some good news to share with you. And Sean, you may be interested to know that the Germans are placing bets on the winning driver. At last count, the odds were 5-1 in favor of Kurt Dierker. И как они меня пропустят к участию в этой гонке, если у них уже есть этот Kurt Dierker? Объясните мне, пожалуйста. Ладно. Sure, interest you in some personal protection. Спасибо. Так, еще одни возможности для второстепенных миссий открываются, но нам это не нужно. Нам нужно на выход. Витора же не тут, я надеюсь. Так, карта. Давай посмотрим, где тут Витторе. Не, Витторе не тут. А Витторе... Где был, там и остался. Сан-Мартин. Это нам туда сейчас... припидучить нужно. Офигеть. Ладно, на этом закончим серию. Увидимся тогда в следующей. Всем спасибо за просмотр. Я начну уже с самого Витторе. Думаю, когда мы подъедем туда. Всем пока, ребят, хорошего настроения, удачи. Привет, специально для тебя, досмотревшего это видео, хочу посоветовать свой второй помидорный проект. BZR Info. Наша команда усердно работает для того, чтобы ты был в курсе игровых новостей. Что там в инди-сфере? Как дела на ММО-аренах? Что нового на мобильных устройствах? Ну и что там происходит-то вообще в игровой индустрии? Все это на PZR Info. А также ежедневные стримы с разнообразными интересными стримерами, в число которых можешь попасть и ты. Ребята стараются, и я уверен, ты зайдешь и оценишь их труд. Спасибо тебе. Дальше круче.